Приветствую вас. Вы, конечно, не задаете свой вопрос. Вот. Что существенно осложняет возможности в помощи вам, потому что не совсем понятно, куда и на что направлена ваша активность сейчас, да, то есть вот, с какой, условно говоря, целью вы написали сюда свое сообщение. Вот, то есть понятно, что вам хочется что-то исправить, понятно, что вам хочется что-то изменить, понятно, что вам хочется в своей жизни что-то поменять. Вот, это понятно, это нормально, вот, но что именно вы хотите изменить в себе, что именно вы хотите поменять в себе, или, может быть, вы не знаете, в какую сторону вам стремиться, может быть, вы не знаете, куда вам идти, может быть, вы не знаете, что вам делать. То есть, такой вот вариант, в принципе, тоже вполне себе может иметь, ну, может иметь место. Так или иначе, в любом случае, сначала нужно определиться с вашим запросом, с тем, чего вы хотели бы. С тем, что вам нужно. Вот. И уже дальше можно будет посмотреть, определить и решить, что делать, в каком направлении вам двигаться и так далее. Потому что сейчас, например, на данный момент ситуация выглядит с вашей стороны крайне неопределенно. Я понимаю, почему она выглядит так. Но это не отменяет того факта, что вы не знаете, куда вам делать, куда вам идти и что делать. Я думаю, что начать вам в любом случае нужно того, чтобы полностью принять себя такой, какая вы есть, полностью принять себя, полюбить себя, увидеть свои плюсы, свои достоинства, вот, свои сильные стороны, которые у вас,
имеет место быть. Вот. И опираясь на них, создать что-то свое. Опираясь на них, сделать то, что вам хочется. Делать то, что вам хочется. Вот. Мне кажется, что так. Мне кажется, вот такой вариант. Такой вариант решения проблемы вашей. Он вполне себе подходит, он вполне себе оправдывает. Потому что то, что вы себя обесцениваете сейчас, то, как вы к себе относитесь сейчас, и является, собственно, той историей, тем моментом, которая делает вас, ну, ни много ни мало, аутсайдером в отношениях с своей семьей и в том числе даже с ребенком, который копирует поведение отца по отношению к вам. Что, конечно, не может быть приятно. А потому что это вас задевает так или иначе, в той или иной степени. Вот. Такой вот примерно ответ. Даже само название вашего заболевания, само название вашего заболевания, оно как бы говорит о том, что вы мечетесь из стороны в сторону, что вы метаетесь из стороны в сторону, что вы не знаете, куда вам податься, не знаете, на что или на кого вам опереться. И в этом смысле я вас очень хорошо понимаю. Понимаю, почему вам это так тяжело. Ну, другой вопрос заключается в том, что вы с этим будете делать. И будете ли что-то делать с этим. Вот. Такая вот история. Совершенно очевидно, что если ничего не изменить в своей жизни, если ничего не исправить в своей жизни, то все будет идти по ниспадающей, к сожалению. И я уверен, что вы сами этого не хотите. Так давайте же начнем с признания и поможем вам признать, что вы такой же человек, как и все, ничем не хуже. Но для этого необходимо, чтобы вы сами к этому пришли. А психолог вам в этом может помочь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша
ситуация будет разрешена.